все вкусно. Вкусно, причем это столовка. Что, ничего? Еще ничего. Это наш этаж. Женова Рапсодия. А это видишь, это спасательный плот. Большие плоты. Лебедка. Это вот спускать это все. Ходим по периметру корабля, изучаем. Надо же глядя. Сейчас у нас 11 часов вечера. Заряда осталось 14 минут. Итак, обзор нашей каюты на корабле. Полочка, лестница для второго этажа, шкаф небольшой, моя сумка, стол. Такой столик с розетками. Здесь был когда-то телевизор. Койка так раскладывается. Хоп. И тут тоже. Столик. Море прилагается внизу. Лодка спасательная. Хопа. Сюда можно брать сумки. И здесь у нас туалет-душ. Такая вот ванна. Туалет и душевой кабина. Подплываем к Сардинии. Я вышел на верхнюю палубу, чтобы немножко заснять утреннее солнышко. Как здесь погода? Все готовы уже к выгрузке. Что, первый экспириенс на корабле весьма положительный. Первый экспириенс очень, очень положительный, мне очень понравилось. Никакой качки,
конечно, не было шторма, была спокойная погода, ясная. Поэтому, конечно, круто было. Были развлечения вечером, анимационные какие-то программы. Дискотека даже есть. А так весьма понравилось. Будем продолжать в том же духе. Все. Надо собираться.